We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this fun alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. I've been needing you.
Рославский игрок Альянса команды. Как вам игра? Команда была у нас сегодня такая, как бы сказать, не вся, да, в сборе. Но по игре мы победили команду, как называется? ФК Friends Club. Friends Club, вот, да, игра была тяжелой. Вот, много моментов было и Friends Club, и у нас. Но победа досталась сильнейшим. Как зовут Михаил Владимир? Команда ФК Friends. Команда ФК Friends Club. Пару слов об игре. Как вам игралось сегодня? Сильный ли был соперник, либо... По сравнению с тем, что какую мы игру показываем, играющие два раза в неделю на этом поле, сегодня была довольно интересная игра. Все игроки себя показали, проявили, старались, но соперник действительно был лучше. Как вы зашли, легионеры, можно так сказать? Очень хорошо зашли, вписались в команду, много голевых передач отдали, забили голы. Молодцы, ребята. Тяжело было в таком, скажем, сокращенном составе играть? Да, очень тяжело, без капитана, без Валика, очень тяжело играть, конечно. Вот. Но команда справилась, и тоже много и у меня было перерывов, не играл я. Вот. Ребята тоже, все заняты не только футболом и работой, но команда собралась, приехала. Мне показалось, что у вас не совсем получилось выстроить свою ту игру, которая может быть для вас характерна. Ну, это так? Потому что первый раз участвуем, возможно, из-за этого. Все реально. Но в этот раз еще у нас не весь состав собрался, поэтому в следующий раз, надеемся, покажем много интереснее игру.